Мы сейчас находимся... На базаре. Это некая что? Помесь Бульзара, торгового центра и ипподрома. Угу. Торговля здесь разнообразная, по всем стенам тоже. Обувь, одежда, угу. Детские игрушки, мебель, бытовая техника, электроника, инструменты. В общем, все в одном концентрированном месте. Угу. Вот. И как видишь, все мы в параллели. Там ковры, там игрушки, дальше есть отдел игрушки, обувь. Достаточно самый крупный торговый комплекс, так скажем, в городе. Да? Да. Можно найти практически все. И цены тоже, от самых дешевых изделий до очень дорогих качеств. Цены, кстати, во многом ниже, чем в Ташкенте. На многие моменты. Поэтому, оказалось, что здесь всегда есть возможность, чтобы прикупить. Хорошо. Вот это улица, с которой мы, получается, с тобой приехали и пришли на Еги-базар. Отсюда по переходу мы с тобой переходим на так называемый зеленый базар. Еги-базар, где в основном будут продукты. Сейчас посмотрим. Это центральный базар Коканда. Можно сказать, да, основная торговая точка. Здесь как бы три базара расположены по три разные стороны. Здесь находятся сладости и вещевой базар. Угу. С этой стороны находится так называемый зеленый базар продуктовый. На Еги-базаре на противоположной стороне мы уже были. И на каком-то, ну, базар не базар, а магазин электроники, медиапарк. То есть вот такого, такого, такая, такой перекресток. Хорошо, спасибо.